У тебя приемчики в клинче, контрударник, видишь. Подготовка очень серьезная. Ну, в принципе, у тебя там так все классное. Она, конечно, может, функция хорошая, но ты прием, смотри, прием, прием. Да, ногами клинч. Вот этот, да. Уровень второй. Уровень второй. А, это то же самое. Ну да, только он это серьезно. А что у тебя клинч? О, второй уровень приемов откроется. У тебя клинч еще. Более все круто будет. Продолжим. Видишь, внизу вот полосочка такая вот, ну, жизненная. Вот ее надо тебе сделать, чтобы хорошо последнюю неделю рекламную это делай. Сейчас, наверное, только отдых. Или как там, восстановление. Сколько очков? 60? 20. 40 можем еще потерять. Погоди, погоди. Стой, стой, стой. Зайди в рекламную кампанию. Промотай полностью. Что там еще есть? Промотай полностью. Больше нет ничего, да? Просто сама жизненная полоска, я забыл, как она называется, вот не где 100 уровень, а вот тот. По идее, когда ты все четко в адеквате и все хорошо чувствуешь, она полностью заполненная. То есть сейчас она у тебя желтый цвет, это что-то ему не нравится. Ну, ажиотаж нет. Блять, я тебе говорю, вон верхняя полоска, где его морда, видишь, Тони Фергюсон? В правом верхнем углу. Я вижу, да. Полоска — это не ажиотаж, это физическое состояние. Это физическое состояние. Он и прокачан не на всем, у него же что-то 70, там что-то. Эта полоска восстанавливает, когда бой проходит, еще больше сил. А потом он бах, как-то он отдыхает. Там называется симуляция после боя. Она у него вся становится хорошая. То есть есть ли какая-то функция восстановить ее и сделать, вот, чтобы она вся четкая была. Ну давай тогда холодную терапию. Или ну и, нет, если такой, помнишь, там была функция то ли за 100, то ли за 60 очков, как бы полное восстановление. Сейчас просто если такой функции нет, то выбери тренировку. Да, одну неделю и два, например, отдыха. Потому что у тебя 105 сейчас будет, и надо будет отдохнуть. Ну вот 20 стоит вот это вот холодное тело. Выбери сейчас тренировку, да, я понял. А у нас 60 этих осталось. Да. Просто посмотри на вот этот. Физическая форма 105%. Пик физической формы. Сейчас ты потренируешься, обрати внимание, что там будет написано. Исходя из этого, выберешь другое действие. Не торопись только, да, выбери. Ну, верхнее не надо. У тебя уже все показатели там по 100. Посмотрим еще что-нибудь, бокс или передвижение какое-нибудь. Потому что этот там Макгрегор... Ну вот, выдержка, скорость удара. Выдержка и скорость удара, да, в принципе, надо скорость удара поднять, да. 40. Сейчас найди выход, вернуться к календарю. Вот какой показатель? 105. Все так же 105. Вот, и еще давай, да, на всякий случай тренировку, и потом одну ты отдохнешь. Правильно? Я так хотел. О, молодец. Давай тогда еще бокс. Скорость ударов, да, повысим. Ну все. Понеслась. Все равно, да, 105, давай. Сделал, да, ты? Ажиотаж сильный. Очень сильный. Да, полностью вывели. Ну всем же хочется увидеть чемпионский бой. Че? Ну все, теперь уже понеслось? Давай. Поехали. Добрый путь.